все-таки даты определены. 15-17 сентября – это дата проведения Octavo Open Fest 2016. В этом году фестиваль будет приурочен 25-летию независимости Казахстана. Фестиваль будет четвертым. Команда и опыт, и отклики горожан, в принципе, послужили тому, чтобы мы обратили внимание на еще большую аудиторию и ответить просьбам и пожеланиям более старшего поколения. Кому интересно искусство, живопись, арт-направление, кому интересны национальные виды спорта. И мы не могли обойти также вниманием то, что очень популярное в Октау, это единоборство, смешанное единоборство MMA.